Раз начал, мы даже еще не поговорили. Ты как? Ну вот, собственно, только и есть вот его. Ты понял, да? Что такое судья? Судья, понял, да? Да. За кого ты пел, да? Ты понял, да? Но ты это сделал, в принципе. Судья это, в принципе, редкий потомок. Нет, я никогда себя еще не чувствовал прокурором, то есть, ну, по другую сторону стола никогда еще не был. Поэтому, Миша, спасибо тебе, но правда, я впервые в жизни чувствую себя по другую сторону стола. А прикинь просто, слышишь, он я подумал даже о том, что одеть эти погоны, слышишь? Да, обычно меня допрашивают все время в милиции. На всех. Вот. Всех. Но тут я хотя бы вот отомщу, моя месть, моя будет сладка. Ну, и скажу вам так, что Ильюха согласился и исполнил роль судьи во второй части альбома «На краю» под именем Тот! Да. В принципе, это не нужно, естественно, конечно. Судья Илья. Илья тебя не отпускает.
Это было конкретно. Спасибо, Юра. Ну все. Извините, ради бога, я хотел присоединиться к поздравлению своего брата по крови Паши с днем рождения. Долгих лет ему жизни, любви, здоровья, счастья, и чтобы всегда на его лице была вот эта вот блаженная нирваническая улыбка. Илюх, у него теперь броня, смотри какая, а она же больше будет еще. Не досукаешься.